Карагандинской области с рабочей поездкой находился заместитель премьер-министра Республики Казахстан Крымбек Кушербаев. Правительственная рабочая группа с выездом на места изучала уровень подготовки регионов страны к зиме. Анель Шалкарбек продолжит. Подготовиться к зиме, не допустить необоснованного роста цен, обеспечить эффективное осуществление программы социально-экономического развития регионов. Именно эти три вопроса дал задание держать на контроле глава государства, правительству и акимам. В целях реализации данных поручений премьер-министром образована правительственная рабочая группа, которая с выездом на места знакомится с обстановкой в регионах. Заместитель главы Кабмина Карымбек Кушербаев с рабочей поездкой в Карагандинской области был два дня. Первым объектом, который заместитель посетил в Караганде, был Евразиан Фудс, один из лидеров масложировой отрасли не только в РК, но и в Центральноазиатском регионе. Продукция производится под известными торговыми марками «Три желания» и «Золотой стандарт». Вторым объектом посещения Кушербаева стала специальная экономическая зона Сары-Арка. Создали ее в прошлом году. Целью создания является развитие металлургической промышленности и отраслей металлообработки, в частности, производство готовых изделий путем привлечения производителей мировых торговых марок. Также он посетил Карагандинскую ТЭЦ-3, которая расположена в северо-восточной части города в промышленной зоне Октябрьского района. Деятельность энергоцентра ориентирована на снабжение электрической тепловой энергии потребителей города и области. Карагандинская ТЭЦ-3 станция регионального значения вырабатывает 83% всей тепловой и 98% электрической энергии. Караганда энергоцентр имеет на балансе две теплоэлектроцентрали, Карагандинская ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Установленная мощность по ТЭЦ-3 560 мегаватт, тепловая 1045. Затем заместитель премьер-министра посетил ряд предприятий в городе Темиртау, в частности, котельную на доменном газе металлургического комбината ArcelorMittal Темиртау и CarGRS-1, которая основана в 1942 году. Темиртау входит в группу городов с большим риском прохождения отопительного сезона. Поздняя подготовка станции к зиме связана со сменой собственника. Об этом было доложено уже на итоговом совещании, которое прошел сразу после посещения всех объектов, где также было подчеркнуто, что правительственная рабочая группа будет решать имеющиеся проблемные вопросы. Правительственная программа по городу Приозерску. Есть отдельное постановление правительства и программа по Жезказганскому региону, которая охватывает вопросы развития города Жезказганска, Тайф и Лутовского района. Следует отметить, что в прошлом году глава государства дал старт строительству железной дороги участка Жезказган-Бенев, который, конечно же, мы ожидаем большой мультипликативный эффект не только для региона, но и для страны в целом. В завершение двухдневной поездки в Карагандинскую область Крымбек Кушербаев провел совещание по социально-экономическому развитию региона, где были обозначены приоритеты развития области. Обсудили и ход развития государственных и отраслевых программ.